4 октября 2023 года стало известно, что из жизни ушел актер и музыкант Никита Островский. Мужчина почувствовал недомогание. Его госпитализировали с признаками простуды. У Никиты Островского выявили коронавирус, который вызвал осложнение. У актера и музыканта остановилось сердце из-за острой недостаточности. Около года назад Никите Островскому провели операцию на сердце. Ему установили искусственный клапан. Никита Островский родился в Москве 18 сентября 1982 года. Будучи школьником, он начал проявлять интерес к музыке. После окончания школы будущий музыкант поступил в Институт кино и телевидения в Москве на факультет менеджмента в телевидении и радиовещании. Профессионально заниматься музыкой Никита Островский начал в начале нулевых. Он стал одним из создателей группы «Тысяча слов». В дальнейшем Никита Островский был известен под псевдонимом Джина. Помимо сольных работ, музыкант работал с известными исполнителями, среди которых Гуф, группа «Центр», «Оксимирон» и другие. Некоторое время Никита Островский был ведущим программы «Битва за респект» на Муз-ТВ. Также Никита пробовал себя в качестве актера. В сериале «Простые истины» он сыграл роль Матвея Сосновского. Бабушка Никиты – известная актриса Виктория Островская. Она знакома зрителям по фильму «Бриллиантовая рука», в котором сыграла уличную девицу в Стамбуле. Никита Островский прожил в этом мире 41 год. Светлая память.